Но празднование затягивается. Хотя это уже ничего не значит, похоже. Уверенно играет Сморгонь, но и тут вот не совсем понятно. Это уже пошло какое-то движение здесь. Не совсем понятно. По-моему, после матча вот такие мероприятия проводить. Празднование гола, это понятно, но без перебора. Во время матча вот предложение своей возлюбленной делает Владислав Шубович. Недовольны пинчане, что вот так